Так, общежитие. Это мое общежитие. Живу я на последнем этаже. Четвертом. Это по нашему. И пятый. Но здесь первый этаж считается нулевым. Коридоры. Комнаты. Люди живут. По трое человек в комнате. Сейчас карантин, понятно, везде эти вывески, носите маски, не кашляйте, не чихайте. Там у нас курилка с навесом. Вот я в маске, конечно же. Ее открыли, и я как раз сюда и поселился, так сказать, в новенькую общагу. Ну, уже год я здесь работаю и живу. Лифт работает, никогда не работал. Туман на улице, осень, ноябрь, 11 ноября, ой, 10, ветер плавный, класс, так, все, последний этаж, четвертый, хотя... Мадярский язык я так и не выучил за год. Ну, так, основные слова знаю. Очень сложный язык, конечно. Камеры везде понаставляли. Хотя первые полгода не было. Было больше свободы. Вот такой коридор. Туалет. Парфюмозный. Два коридора, умывальник, а в женском, женский, это душ. Такой бойлер, котел, огромный, двухметровый. Такие душевые кабинки. Я всегда во второй, в этой купаюсь. По привычке, ну типа самая нормальная, не забитая раковина. Так, душевой я говорю. Умывальнички и оператор, комментатор. Вот, но не буду открывать, или давайте откроем, покажу двор, точнее нашу курилку. Вот люди на машинах некоторые лезут. У меня машина 5 минут. Поэтому я летом. Мне нравятся самокаты городские. Это тема. Крыша. Короче, идем дальше. Идем в комнату с кофеечком. Вот так следует тщательно мыть руки. Ну, это потому что карантин понавешивали. Все везде уже вторая волна карантина.
Украину с января месяца я не летал, да и никто не летал практически. Потому что карантин. Ну, сидеть типа 2 недели на карантине надо после по приезду. Возможно, оплатят, возможно, нет. Я не рискую. Еще и уволить могут. Были такие слухи, что, мол, поедешь домой, но уволят. Такие строгие правила. А работаю я на Samsung SDI, город Гёте. Пожарная сигнализация. Светильнички. Столик у нас. Это запрещенная вещь. Но мы ее тихонько греемся, потому что батареи слабые. Купили лампу под стол. Светильничек. Чтобы мы работаем в разные смены. Не мешаем друг светом, шумом. Сушим белье мы на швабрах. Или же в сушке. Такой метод придумали. Это моя кровать. Стул, вещь. Забиты на шкафах куча предметов, потому что шкафчики маленькие. Вот и весь шкафчик. Полка для курточек, там всякие крема, духи, зубные пасты, футболки, трусы, носки, какая-то еда, хлеб, печенье. Штаны, кофты, мыльные средства, кульки и белье в стирку. Все, короче, куртки висят тупо на шкафах. Мало места, мало. Так и живем. Ну все, до новых встреч. А давайте покажу, что там вид с окна. Почти в центре Будапешта живем. Очень удобно, конечно, живем. Ничего не сказать. Мини-клавиатура моя. Да. Чуть-чуть музыка не пью. Так, ну все.